Вот ноги, Мирон. Вот их пешку. Вот только что, который показывал, то они его накормили хорошенько. Видел, какой цвет? Вот он по челям пойдет. Завтра он начнет цвести, как говорится. И он тогда будет четкий. Ну-ка, выделка. Забился. Стой ты, блин. Вот он. Ну сколько, 2 недели, может, ему максимум. Вот такой, видишь? Второй был красный вообще. Но они по челям пошли, будет идеально. У этого будет хвост темно-зольный. Цвет как у степного орла. Даже потемнее, чем у степного орла. И вот он, видишь? Сразу видно, что рябость будет равномерна. Вот. На коричневом фоне у него сами перья, такая структура перьев. Коричневый фон, темно-коричневый. Даже темно-красный, можно сказать, да? Или как там кто-то говорит, шоколадный. И красный краб такой равномерный. Ой, черный краб. Ну, пескун хороший будет. Получается, видишь, у него отец синеклювый. Белый синеклювый, а мать по маля-башам. Маля-баши я сам туда зашивал. Я знаю, как я. Один чистый отец маля-баш. И гуры еще сидит. Ну, тоже они все по челям. Получается, они челевую дали тему. Ну, и так и будут давать. Чисто белых уже по-любому не дадут. И вот с этой парой можно будет работать. Именно белые, видишь, я белого синеклювого дал маля-бошке. Вот такой вот. Второй красный был прям такой, как положено, как там, как сказать, красный, огненно-красный был второй. Ну, посмотрим, какой это станет.